Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Ну давай, ты где была столько времени-то? А, как тебя звать-то? А, ты очень похожа на нашу девицу одну. Она из Хакасии. А? Выключите пока музыку-то. Поговорим. Вы не из Хакасии? А? У нас очень близкая девица есть, хорошая. Она до того на вас похожа. У нее волосы длинные, ниже колен опускаются. Хакаска. Там, где Тува. Она приняла крещение у нас. Замечательная девица такая, целомудренная. И лицом похожа на вас, и всем похожа. Я подумал, что это наша Юлия пришла тут. Вот если вы зарядите, может быть, найдете где-нибудь Тинникова, фамилия ее. Замечательная девушка. Вот, ну, до того на вас похожа, я даже обознался. Думаю, как же я не успел с вами поговорить. Она у нас была, я ее принял как работницу в детский лагерь, волонтеры. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. И она вошла в наш коллектив. Она где-то жила в Абакане. Все. А то, может быть, ты и есть, только не узнал я тебя. Юлия. И очки такие у нее, и все такое же, одинаковое. Она верующая христианка. Она в монастырях бывает. Она Бога любит. Приняла святое крещение с полным троекратным погружением в воде. Если вы на наш зайдете, этот, YouTube, можете найти. YouTube называется «Во свете Библии». У нас 14 300 роликов во свете Библии. А если зайдете в «Мой мир», меня зовут Игнатий Лапкин, там увидите фотографию. «Мой мир», mail.ru, Игнатий Лапкин. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Слава тебе и благодарность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ибо кроме тебя нет иного Бога. Ты Творец, сотворивший небо и землю, море и все, что в них. Тебе слава, наш Господь, слава единому вечному Богу, которому подчиняется и небо, и земля, и преисподняя. И перед ним преклонится всякое колено. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Прости нас, Господи, и благослови! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови! Да изберет Господь этих людей, да даст им жизнь в свете Евангелия. Сохрани их, Господи, алкоголя, пьянства, наркотиков, табака. Защити это новое поколение, не дай им погибнуть. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Мы благодарим тебя, Господи, за великие неизреченные милости твои, долготерпение к роду человеческому. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь.
Господи Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи, за великие неизреченные милости, которые получили уже и в этот день. Ты велик наш, Господь, и славен. Продли еще мир на земле. Господи, благослови патриарха, епископов, священников, паству и даруй всем духовное рождение свыше, рождение от Духа Святого и воды. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Спаси нас, Христе Боже, и даруй, Господи, нам здравый смысл прославлять Тебя за Твое могущество. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего Иисуса Христа в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аллилуйя! Всякий, делающий добро, идет к свету. А делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, потому что дела его злы. Прости нас, Господи, и помилуй. Господи, пощади добрых миссионеров, проповедников, Слова Твоего, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И возвести им радостную весть о любви Твоей. Аллилуйя! И засвидетельствуй им Слово Евангелия. Аминь. У вас, может, вопросы есть какие? Нет. Никаких нету? Да этого не может быть. У вас вопросов много, вы даже не знаете, что их нету. Люди не задают вопросы по двум причинам. Первое, он все знает. А второе, он ничего не знает и не знает, какой вопрос задать. Я отвел занятия в 5 университетах по радио. И у меня накопилось вопросов, на которые я отвечаю на нашем сайте. 4124. Это политика, экономика, социология. Вы можете записать наш YouTube, называется «Во свете Библии». Вот запишите «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это я. И вы сразу выйдете. И у нас там 14 300 роликов. Мы с нуля строим православную деревню. И вы увидите, как у нас люди одеваются, как молятся, как отдыхают. Мы проехали по всему миру буквально. У меня 38 книг вышло из печати. Я подарил 650 библиотек мира. Это все заснято. Если вы поставите во свете Библии слово «сайт», не YouTube, а «сайт», зайдете на сайт. Сайт очень большой, там 50 книг моим голосом насчитано. Фильмы государственные на нас сняты. Не просто фильмы, а занявшие первое место на международном киноконкурсе. Вам очень сильно. Если зарядите во свете Библии форум, запишите слово «форум». На форуме 1600 тем. Вот сегодня день, 8 марта. И вы сразу увидите на первом месте у меня, что она означает. Там мои стихотворения, вот семья именно, жена, послушание. А если в мой мир зайдете, мой мир, Mail.ru, мой мир, Игнатий Лапкин, я один по такой фамилии. Вы найдете там у нас 22 тысячи фотографий только наших. Мы много-много проехали и везде свидетельствовали о Боге. И вы увидите, какие у нас люди, как идут собрания. У нас особый чат, содружество, когда Библию изучаем. Если вы поют в этом по скайпу, если зайдете, Игнатий Лапкин, удобно так, то я вам все материалы скину и покажу, как у нас, сегодня у нас пятница, как раз сегодня у нас занятия. Занятия идут в скайпе. Чат там ведет Сергей Пупков. Если заряете, может, даже на него выйдете, чтобы вас приняли. И вы будете слушать, как идут занятия, разбираем. Один час занятия, а потом полчаса я отвечаю на вопросы. Любые.
любые, это 55 папок. Начинается там волшебство, разное старообрядчество, работа, дети, семья, ну и так дальше. Евреи, мусульмане, это папки. А в папке там одни вопросы. А вопрос ткнешь, откроется ответ. То есть это богатые-богатые ресурсы. Угу. У нас посещение 31 миллион просмотров. Угу. Так, вот да благословит вас Господь. Берегите себя. Я всем наказываю. Никогда никому не заходи в дом. Где побыла, да не одна ходи, как мусульман. Как они берегут своих женщин, девушек? Они их сохраняют. Они готовы умереть за них. Других они не щадят, не своих, а своих, которые там сестра или мать, я про них говорю. Это мы видели. Никогда не заходите в дом, а то музыку послушать или что-то, совершают насилие и убивают. А вы берегите себя, потому что молодость, огонь. Вот я вам дал все данные, мою фамилию записали, Игнатий Лапкин. У меня много врагов, там против меня в ролики выставляют это. Но это не приятели, так всегда бывает. Против Путина, против Бога, это всегда было. А вы именно наши ресурсы зайдите. А ресурс, да, с этой фамилией, когда выставите YouTube, все, вам откроется, там море буквально. Там плейлистов столько. Ну все тогда, с Богом. Спасибо, до свидания. Храни вас Господь.